Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы не знаете, как провести замечательные выходные? Конно-спортивный клуб «Амиго» ждет вас. Вот сегодня на выходные я со своей семьей посетил данное заведение. Вот сейчас мы про это в очередной раз и посмотрим. Мы сегодня со своей семьей посетили конный клуб «Амиго». Всем рекомендую сюда приехать с детьми. Здесь очень интересно, много развлечений, очень хорошие, интересные животные. Мы в очередной раз приехали в конный клуб «Амиго». Здесь нас встречают всегда очень миродушно, предоставляют массу различных услуг. В частности, мы сегодня катались на фаэтоне, катались на лошадях. Очень доброжелательные инструкторы. Мы с удовольствием еще раз приедем в этот клуб. Фомянкин Анатолий Павлович, работаю. Работаю в конном клубе «Амиго», старший конюх, занимаюсь лошадями с детства, животных люблю, поэтому свою жизнь посвятил этому занятию. С детства отец держал лошадей, поэтому я к ним привык, прикипел, и так вот с ними всю жизнь, это уже сколько лет? Всю жизнь общаюсь. А сколько уже? Где-то приблизительно лет 45, наверное. Да. Вот всю жизнь как бы. Да, всю жизнь с лошадями. Мне очень понравился конный клуб «Амиго». Мы там гладили ослика, пони, катались на файтоне.